Привет всем, ребят! На связи Грим Оптимист. И по вашим просьбам мы посмотрим с вами на игрушку под названием 35 мм. Ну, я так понимаю, что это миллиметры. Я, скажем так, посмотрел где-то минут 10 летсплея Black Silver на нее, понял то, что надо ознакомиться. Вот, и ну, дальше смотреть не стал, чтобы не спойлерить. Поэтому, друзья, глянем с вами, что это за игруха. Знаю только то, что сделал ее один человек всего, ребята. Что для игровой индустрии такой трехмерных игр это редкость. Обычно, если игрушку делает один человек, то, как правило, что-то громковато все равно чуть-чуть. Если игрушку делает один человек, то, как правило, это какая-то двухмерный платформер, там, да, здесь прямо трехмерная игра. Тем более, это, говорят, что очень атмосферная. В общем, давайте посмотрим. Конечно, я понимаю, что я заслоупочил. Надо было, наверное, раньше это делать. Уже там многие посмотрели. Ну, вдруг кто не видел, кому будет интересно. Всегда напоминаю, что вы всегда можете высказать свое мнение лайком или дизлайком. Надо или нет делать прохождение. Настройки, как вы видели, на высокие. И по графике могу сказать то, что... По-моему, немножко светловато чересчур. Надо гамму, наверное, понизить. Ну, выглядит довольно симпатично. Простенько, но симпатично. Ну, графика, конечно, простенькая, прям скажем. Ну, я не графодрочер, мне, в принципе, плевать. Главное, что отторжение не вызывает, и ладно. Чё звука-то нет? Это, видимо, наш персонаж был, да? А почему голоса-то нет у персонажа? Так, сейчас я второй наушник одену, там что-то один только был. Так, сейчас посмотрим, подождите, ребят. Сегодня с мыши, звук, субтитры, русский, я не знаю, но все вроде включено. Так, на какую кнопку тут? Е, да, все. Так, консервы. А чё он не говорит-то? И так и должно быть, что речи нет. О, физика даже. Ну, игра сделана на Unity 5. Движок неплохой, современный, в принципе. Если руки не из жопы, то... Это фотка с синокосом. Так, давайте включим фонарь. Что-то не мне кажется, или очень громко, ребята? Хотя мне, может, и нет, мне кажется. Наверное, мне кажется все-таки. Вроде я... Так, здесь ничего нет. Музыка такая симпатичная. Если готов, можем идти. До этого звука почему-то не было. Пошли! Братюня, пошли! Я не знаю, в чем смысл этой игры, ребят. Специально не стал ничего смотреть, чтобы не повредить. Игра, я так понимаю, приключенческая такая, поэтому... Ну, сами понимаете, что в таких играх спойлеры, они неприятны. Чё, побежали? Идем. А, всё, я так и думал, что вот так. Ага. Это у нас аптечки, это еда. По-любому что-то оставил на слайде. Ну, надо сказать, что чувство стиля у разработчика есть. Он, а до этого он делал игру Light. У меня, кстати, на самом канале был обзор раньше. Возможно, до сих пор есть, я честно даже не помню. Просто камни. Ну, анимации, конечно, ужасные, хоть бы. Ну ладно.
подходит, конечно, как... Ну, все равно лучше, чем в Elder Scrolls серии. Когда ходишь, что так шатается экран. И когда бегаешь тоже. Нет, я думал, может быть, если быстрее пойду, он тоже быстрее пойдет. Как-то интересно, нож можно достать, нет? Да, можно, ребят, смотрите, есть фотоаппарат. Интересно, пленка заканчивается или нет? Только если ему полоснуть. Надо его убить и съесть, ребята, это же выживание. Я, правда, не знаю, что за катаклизм произошел в этом мире. Понятия не имею. Но надеюсь, что зомби нет. Ну? Так, минутку. У него карта есть. Все верно. Скоро будем у дороги. Мы прошли сраных 200 метров, в лучшем случае, если не 150. Не, ну анимация ходьбы, конечно, жесть. Надо на будущее разработчик пусть как-то, я не знаю, где-то там посмотрит, получше сделает. Это очень сильно глаз режет мне лично, как он ходит. То есть анимации, даже вот оружие в руках, все как бы неплохо сделано. Графика, в принципе, довольно такая, ну, стильная, да? Но вот анимация ходьбы просто буратино. Жесть. Я так понимаю, игра такая созерцательная, знаете, то есть надо идти, общаться. Не знаю, мне что-нибудь рассказывать. Мне, вот знаете, что-то напоминает эта игра, но я не могу вспомнить, что. Даже не DayZ, тут не особо похоже. Но что-то напоминает. Ну, лес так ничего. Вообще как бы сделано для... Если, еще раз говорю, если вспоминать, что игру делал один человек, то очень даже неплохо. Местность тут дикая. Будь начеку. Ага. Наш герой умеет даже говорить что-то. Радует, что он не как Гордон Фриман. Интересно, оружие есть, кроме ножа какое-то вообще? Кукушка, кукушка. Не, ну графончик, вот как бы, несмотря на то, что полигонов мало, да, и, но на свете, как бы, на освещении, на стиле, на цветокоррекции вывозит, как бы, игра. И озвучка, кстати, такая более-менее ничего. Не репетур озвучивает, уже радует. Я ничего против репетура не имею, но его голос просто везде. Ну, очень странный геймплей, то есть я иду уже просто минут 10, если не больше. Кто бы что-нибудь рассказал, этот наш игрок. Но звук хороший в игре. Такое все, знаете, бледноватое немного. То есть цвета приглушены.
Но это, видимо, чтобы создали атмосферу, вот именно постапокалипсиса сделано больше. Улыбнись, тебя снимает скрытая камера. Солнце так неплохо сделало. Вот по мне, как бы, немножко они переборщили с приглушением цвета. Вон, вернее, переборщил. Я бы чуть-чуть бы добавил бы цветов. Слишком сильно приглушено. Что это, восьмерка или девятка? Так не поймешь, что такого. Нет, это девятка, это не восьмерка. Не совсем понятно, к чему был вот этот вот, ну, то есть, вот этот кадр. Так, это у нас что такое нашли мы? Это как еду засчитали, да? Какая-то фотография. И все, да? Пошли дальше, что. Это очень странная игра, я могу уже сейчас сказать. То есть она понравится далеко не всем. Кому как бы нравятся игры такого вот жанра, да? То есть такие, по сути, интерактивное кино такое, только вот. Ну, такое не голливудское, а скорее артхаус какой-то. И атмосфера выживания, то я думаю, им игра понравится. Что такое, не помню. Загрузка. Странная какая-то херня была. Фоторепортером был? Нет. Просто увлечение. Где мой ножик? Почему-то он иногда не говорит реплику, я не знаю. Говорит, что когда-то кто-то назвал фотоаппарат машиной времени, а после этого вернулся в прошлое, вспомните, почувствуйте эмоции, что сопровождали нас в те периоды жизни. Хотя порой это бывает крайне болезненно, все же хорошо, что есть такая возможность. Ну пошли, че ты встал-то, ёпаню. Лэп-линия тут и какое-то здание. Там какие-то консервы даже вроде есть. Лопата. Нет, лопату мы взять не можем. Кстати, зря, лопата полезная вещь. Ага. Одна консерва осталась. Кстати, вообще, я хоть бы сделал как-то, чтобы, я не знаю, нож в бетон ходился. Не, ну как бы вот именно сделано, нарисовано все вот это вот, сделано неплохо очень. Особенно, говорю, если помнишь, что делал один человек игру, это, конечно, очень круто.
Эй, смотри! Собака. Привет, песик. Зарезать собаку тоже нельзя. Надо было бы, конечно, его съесть. Убить и съесть. Так, по-моему. Кто-то скажет, что это бесчеловечно, но это же постапокалипсис, тут уж не до реверансов. Хочу напомнить, что всем, кто хочет почитать реалистичный постапокалипсис, книгу Алексея Доронина «Черный день». Цикл, вернее, там не одна книга. Там и собак едят, и все вообще очень реалистично. Настолько реалистично, что даже страшно читать. И чем-то, кстати, напоминает на эту игру. То есть, ну, не в плане реалистичности, а там вот тоже такая атмосфера такая какая-то в книге. Такая вот странная. Ну, короче, не объяснить это словами. Там какое-то пугало. Да, это пугало с противогазом. Или это могила? Не, вряд ли. Я потерялся. Нет, не потерялся. Чисто созерцательная игра, я так понял. Хотя, может, это начало только такое, не знаю. Может быть, потом будет экшон. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Скорее всего, как бы игра именно такая. Ну, для тех, кто любит по атмосфере там ходить. Интересно, это он сам придумал вот это все, вот, или, ну, в смысле, ландшафт? Или, возможно, он где-то, ну, скопировал, то есть какой-то реальный масштаб, ландшафт в масштабе нормальном. Чё это? Все, нам пиздец. Быстро, валим отсюда. Бежим. Убегаем, убегаем, убегаем. Нет, медведи на самом деле не убежали. Очень подмывает посмотреть, что будет, если он меня догонит, но что-то какой-то влом. Так, что, все, я не могу управлять уже. У него ТТ, что ли, пистолет? И что, он с четырех выстрелов убил медведя из ТТшника? Ну, у ТТ у него неплохая пробивная способность, если он, конечно, знать, куда стрелять, если в голову, в принципе, это реально. Вот из Макарова нет, только если в глаз, он череп не пробивает медвежий. Ну, сами понимаете, сердце он тоже не дойдет сквозь грудную клетку, сквозь слои шкуры, мышц, жира, костей, он, сердце никак не... Что происходит? Что все плавает-то так? Я аж укачивать начал. Надеюсь, это пройдет, нет? Может быть, надо поесть? Тап не могу даже нажать. Твою мать, у меня что-то напрягает этот эффект. Это может быть сон просто? Да, это сон, скорее всего, ребят. Какая-то больница заброшенная. Я думал, может быть, они убили медведя, легли спать, но вижу, что это вроде какая-то больница. То есть это не просто дом. Так что вряд ли. Это, скорее всего, сон. Господи.
мухи так. Не, ну как бы сделано все очень так, знаете, тщательно. То есть чувствуется какой-то кропотливый труд в этой игре. Но это не хоррор вроде. Вы же знаете, я хоррор это не люблю. Уныленький жанр в нынешнее время. Это стоп. Не, ну это же аптечка, чё ты не берешь-то? А, это сон, наверное, потому что это сон. Кому не берет. Скорее всего. Так что смысла здесь что-то искать-то нет. Хотя, может, это не сон. Хотя, не, ну, по логике это сон должен быть. Хотя нет, уже вроде не мутит нашего героя. Вон еще аптечки тоже нельзя было. Шкафчик не открывается. Кто-то кашляет. Жесть, тут мешки для... Короче, понятно. Тут мор. Видимо, это какая-то болезнь, что ли. Эти загрузки, конечно, очень сильно бросаются в глаза. Но, видимо, раз они есть, по-другому не получилось. Да, это сон, я же сказал. Че, не бухает, что ли, уже? Может, все же поведаешь, с какой целью мы путь держим? Уговор я выполнил. Остальное не имеет значения. Ладно, право твое. Когда люди начали умирать, никто и подумать не мог, что все так закончится. Никто не был к этому готов. Сократилось население Земли в разы. Казалось бы, воздуха больше, пространства шире. Но нет. Человек оказался настолько дик и неадаптирован, что начал грызть сам себя. Паника, мародерство, конфликты. Никто не смог взять на себя эту ношу и сохранить контроль над ситуацией. Вот все и рухнуло. В моем городе в первый же день люди начали бить витрины, выносить ценности, медикаменты, продовольствие. Угоняли машины, прокалывали колеса другим, дабы скорее добраться до госпиталя. Но никто ведь не знал, что медицина здесь уже бессильна. Ладно, нужно тут с вещами разобраться. Не, у медведя это мясо-то надо было срезать, наверное. Надеюсь, хватило ума. Хорошо бы воды из колодца принести. Червячка заморить нужно. Надеюсь, хватило ума медведя-то хоть мяса-то с него срезать, не? Конечно, медвежатина на вкус, мягко говоря, она любителя, но в таких ситуациях, когда тут... Ну, очевидно, что... Проблемы как бы с продовольствием, поэтому надо есть вместо консервов медвежатину. Консервы-то они долго хранятся, медвежатина-то нет. Фонарик, конечно, такой рудиментарный, скажем так. А это звук, когда я сквозь этот прохожу, сквозь колодец. Сквозь колодец говорю, блин, что я несу вообще? Сквозь куст, блин, сквозь колодец. Кресло от трактора. Тут вообще нельзя пройти.
толчок есть даже. А забраться на крышу можно? Нет. Так, а где колодец, интересно? Это вряд ли, это скорее просто, да. Какая-то это бетонная конструкция. Кусок трубы. Не, ну сделано стильно, я еще раз говорю, если, вот если держать у себя в голове, что делал один человек, это я просто шляпу перед ним снимаю, он крутой. Это как бы без вариантов. И в принципе, в такой ситуации как-то и приебываться к игре не хочется, как-то, знаете, ну просто потому что, ну, блин, у нас компании делают такое говно сейчас целое, а тут один человек как бы что-то реально интересное, ну, по крайней мере, необычное решил сделать. И как бы, ну, надо же поддержать как-то отечественного производителя-то. Поэтому поддерживаю. В принципе. Просто это как бы жанр немного не мой, да, наверное. Дело еще в этом. Ну, у каждого же есть какие-то свои любимые жанры. Жанры, которые меньше нравятся. Просто я как бы не очень люблю вот такие прям бродилки, где вообще ничего не происходит. Но кому-то понравится. И многим нравятся оценки в Steam хорошие у игры. Ну, нормальные такие там. Поэтому как бы тут... дело вкуса. Вот интересно, до туда дойти, это что такое? Так, блин, о. Что это? Ведро. Ведро это пригодится. Наверное, чтобы воды набрать, скорее всего, для этого. Давайте посмотрим, что там. Пространство не маленькое, то есть тут целая деревенька, это круто. И ночь так не вообще. Вообще, как бы ночь напоминает настоящую. Человек умеет работать со светом, знаете. То есть вот видно, что разработчик, он именно хорошо очень умеет делать именно даже не графику, а вот просто именно работать с уровнями. Это он так крепит, я думал, все пиздец. Икона. Интересно. Блин, тут что-то вообще, короче, домов столько. Я ведь все это заколебусь исследовать-то. Не стоит уходить далеко, ага. О, нет, это не берется. Это что, патроны, что ли? Батарейка. Так, теперь надо найти колодец, если я его уже не пропустил где-нибудь. Со мной такое бывает. Кстати, вы знали, для чего в трубах делаются вот такие вот штуки? Это не для того, чтобы транспорт проехал чаще всего. То есть, ну, тут-то она куда-то вообще под землю уходит. Ну, наверняка видели, вот идет трубопровод. Это деформационный, так по сути, ну, не шов, я не помню, как называется. Короче, труба, она же расширяется со временем. То есть, ну, при перепадах температуры не только в ширину, но и в длину. И вот это вот место, оно позволяет как бы немножко ей играть как бы влево-вправо, там на сантиметры ходят, то есть как бы, да, и из-за этого как бы все держится. Ну, по крайней мере, нам так объяснили. Не стоит уходить далеко. Не, ну я не спорю, не стоит, только где все колодцы-то? Нереально, или я просрал его где-то уже, скорее всего, да? Вы же знаете, я невнимательный. Ну тут нет колодца. Я невнимательный. К
Фонарь, конечно, тоже жесть вообще. Вот фонарь мне не нравится, как сделан. Он какой-то очень слабый. Прям совсем, ну какой-то, ну никакой просто. Можно было поярче сделать. И даже, он мало того, что маленький, он как-то, он не яркий. То есть он вообще ничего не освещает тут. Какой-то маленький. Может быть, как бы так и задумано, конечно, я не знаю. Скорее всего, наверное, так и задумано, но... Это странно. Так, ну вот ведро мы здесь нашли. А вот, может, колодец. Да, это похоже колодец. Оп. Так, ну-ка. Интересно, он реально записывал звук с колодца или нет? Почему-то мне очень интересно это узнать. Все, набрал я ведро. Пошли назад. Ну, очень странная игра, честно. У меня язык не поворачивается назвать ее плохой, но... Она очень странная. То есть она явно не всем понравится. То есть это вот такой интерактивный фильм в жанре постапокалипсис. В принципе, довольно интересно, но... Да и цена, в принципе, невысокая. 300 рублей. Ну как невысокая, тут сложно сказать. Игра-то маленькая, судя по всему. Принес? Да. Ты принес я воду твою. Ну и что делать дальше-то? Житинская, дом 16, квартира 5. Что-то странно. Кстати, как ему отдать ведро-то? Я нажимаю действие, ничего не происходит. Не, ну а чё ничего не происходит-то? Не знаю, может куда-то вылить надо его? Ну как, он же в руки-то не берет его. Блин, тут тоже не нажимается ничего. Тут видите, тут подсвечивает, а здесь нет. Чёрт. И чё делать теперь? Да. А сохраниться-то можно как-то, нет? Так, ваша история автоматически сохраняется в контрольных точках. Собирайте еду, воду и аптечки для поддержания состояния здоровья, а также батарейки для фонаря. Взаимодействие с объектами осуществляется с помощью клавиши E. Те или иные решения в сумме могут повлиять на финал игры. Взаимодействие с некоторыми объектами повышает силу вашего духа. Ниже отображаются фотоснимки, снятые вами на камеру. А, это может быть то, что я снял. Прикольная идея. Ну блин, как мне ведро-то использовать? Не надо же на голову ему одеть его. Украсть без палева, короче. Еду и убежать. Короче, я не знаю, ребят, что делать. Надо смотреть. Придется чужой летсплей смотреть. Я не знаю. Ладно, все равно уже долго играем. Давайте на сегодня закончим на этом. Вам всем спасибо за внимание. Пишите комментарии свои, стоит ли продолжать. Я не знаю. У меня, знаете, пока отношение такое. То есть... Конечно, еще раз говорю, учитывая, что игру делал один человек, все очень интересно. Но мне просто не особо нравится сам жанр, во-первых, интерактивного кино. И во-вторых, как бы я не особо уверен, что вам это интересно смотреть. Так что пишите в комментах, пальчики вверх. Всем до скорого, всем пока.